Я работаю главным технологом на заводе по производству лекарственных препаратов в Иркутске. 6 месяцев назад руководство нашего предприятия внесло в план по развитию производства освоения выпуска новой продукции, лекарства от простуды и гриппа в таблетках. Для организации процесса необходимо было по сути осуществить покупку оборудования и получить документы для сертификации продукции. Согласно требованиям органов по сертификации лекарственных препаратов, мы обязаны произвести опытную партию продукта и сделать лабораторные исследования таблетки от простуды и гриппа. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Для этого необходимо аналитическое оборудование, которое также решено было, по сути, закупить на участок фасовки таблеток. У нас, иначе говоря, на участке фасовки порошка не было, по сути, оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток, которое используется при производстве таблеток для придания гладкой поверхности препарату. Коллега с другого завода порекомендовал мне приобрести компактную установку для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток. Я понимал, что нам не нужна большая машина, достаточно было по сути приобрести оборудование для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток для опытных партий вместимостью 4-5 сит. Первым делом я обратился к поставщику оборудования, с которым мы сотрудничали уже много лет. Качество и работа нашего предлагаемой техники нас, иначе говоря, устраивало, и мы решили рассмотреть этого производителя. Я узнал телефон компании в отделе продаж и связался с менеджером. Специалист, который, в принципе, разговаривал со мной, рассказал, что это такого оборудования нет в наличии, и предложил другой вариант. Я внимательно изучил предложенный аппарат, однако оказалось, что он не подходит для лабораторных исследований и применяется в производстве больших объемов загрузки. Я отказался от предложенного варианта и занялся поиском другого. Аппарат я искал максимально эффективный, безопасный для работника, из прочного материала. Машина должна быть компактная по габаритным размерам и понятная в обслуживании. Я приступил к поиску оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел 3 компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные варианты из-за высокой стоимости и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов 4 компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только 2. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через 6 месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок 4 месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по поиску оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток и обратился к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, 2 менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имела длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма заказа получалась на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт одной российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне оборудование для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток и полировки таблеток в указанный срок.
Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился. Современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером компании, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Она была, по сути, компактная, экономичная и простая в управлении. Наши розовые таблетки поступали в жёлоб и проходили процесс обеспыливания и полировки. Мы остались довольны оборудованием для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток, порекомендованным и поставленным специалистом этой компании. Я планирую обратиться к менеджеру этой компании за консультацией и покупкой другого оборудования для организации производства таблеток при простуде и гриппе, и уверен, что он подберет мне качественную технику. Опыт показал, что как бы ты ни был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.